Завтра на коммунальном мосту начнут ремонт дорожного полотна над Абаканской протокой. Полностью дорогу перекрывать не планируется, однако ограничение полос по мере движения дорожников сохранится. Отметим, ремонт будет выполнять красноярская компания НБС «Сибирь». Срок завершения работ – 15 сентября. За этот срок дорожникам предстоит снять старый слой асфальта, положить новый. Далее необходимо починить деформационные швы, покрасить перила и отремонтировать лестницу, ведущую на остров отдыха. Стоимость контракта – 23,5 миллиона рублей. Добавим, что мэрия отказалась от продолжения капремонта моста, который в прошлом году на участках над Абаканской протокой и по острову отдыха выполнял «Сибиряк». А теперь к другим темам выпуска.